знаете, я не знаю к чему. Я недавно здесь читал какой-то закон об использовании своего права на изображение и так далее. Вы знаете, я в нем ничего не поняла. Он написан таким языком, что лучше, ребят, не лезть туда, куда вы не можете. Потому что вот сейчас какое-то наше правительство, оно похоже на какое-то... умственного импотента, они не могут сформулировать мысль. То есть ты ее читаешь, я вроде человек тоже с высшим образованием, но я не могу понять, о чем там речь. То есть, а это говорит о чем? Что закон написан так, как говорится, что дышло. Как повернул, так и вышло. Как хочет человек, так и будет его трактовать. Поэтому вот это вот желание все переделать и вся по-новому, мы думаем, что у нас лучше получится, потому что мы уже такие все образованные. Но опять же, на примере того же ЕГЭ, можно сказать, что мы все-таки уже IQ-то свой теряем. И уровень образованности тоже. В связи с этим лучше не лезть туда, где поработали отцы.